Надоели однообразные сервера. Ты почти уже убежден, что DarkRP проекты создаются только ради денег. Админский блат не знает предела, и теперь на некоторых серверах нельзя даже нормально купить маники, если ты не друг или же родственник создателя. Сам факт того, что на сервере можно что-то приобрести за реальные деньги, вызывает у тебя неконтролируемые вспышки ярости. Ты уже выучил наизусть большую часть преролов у своих любимых ютуберов. Избитые тезисы в стиле отзывчивой администрации и интересных работ уже тебя не берут. Но где-то в сердце все же остается небольшая надежда на качественный РП-сервер. И мы здесь именно для того, чтобы растоптать ее на. Худшие аддоны были собраны специально для того, чтобы ваш компьютер мог спокойно делать для вас яичницу. Баги, которые мы не хотим фиксить вот уже 5 лет, при условии, что серверу чуть меньше, чем 2 года. Ужаснейшая работа любой администрации, ведь если она себя показывает хорошо, то мы кидаем их в котел с кипящим. Вечно сидящие микробандиты на маниках заработали не только миллионы долларов, но и геморрой размером с дыню. При подготовке обновлений создателями употребляются конские дозы самых тяжелейших а также Остатки от них выбрасываются ивентером, чтобы они могли вас радовать интересными событиями. А по специальному промокоду WELCOME ты получишь яхту, вертолет, 10 миллиардов триллионов денег, годовой запас сухариков 3 корочки и пожизненный запас нервов для игры на DarkRP. Переходи в описание, мы не ждем тебя. О боже мой, это не Гаррис Мод снова? Ребята, 3 ролика подряд был Гаррис Мод. Пора бы уже немножечко разбавить. Я тут еще и Яндекс игры записывал, там хорроры всякие, да. Чао, сегодня у нас на канале самая исторически достоверная игра, а именно русы против ящеров. Эту историю от нас скрывали, оказывается, годами, десятилетиями, а то и веками. Но теперь мы можем посмотреть на реконструкцию этих событий, как оно было на самом деле. Да и тем более других игр на канале не было целых 3 ролика подряд. А это значит, что пора дропать шедевр. И вот он. В общем, точите топоры, заряжайте яйца. Сегодня мы будем отбивать наши города от ящеров. Следующим роликом обещаю дропнуть нарезку со стрима, где будет Гаррис Мод и CS2. И все это я стримил на Твиче, поэтому ссылочки все будут в описании. Погнали туда. Кто ты, воин? Я Драчеслав, сын Сергея. Ящеры атаковали Байкальск. Помоги братьям русам. Пойдем! Отдыхайте, братва. Отдыхайте. Идем дальше. О, вода байкальская. Погнали. А, это хилочка, да? Ух ты, бля. Не, я его стильно уложил. Пойми, Иблиса. Тебе конец, русич. Не, браток, не сегодня. Как ебашит фонг. Идите сюда, сука! Лежать, нахуй. А где еще вода байкальская? Я не могу понять. Где? 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 Ух ты, блядь, бежит, бежит, бежит. Домой. А что это, яичко? Это типа новый прием я выучил, чекаво. Давайте, давайте, братва, сюда, 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 сюда. Славянский зажим яйцами. Домой. Мы вам ответим за зажим яйца, а тебя русским духом так и несет. Сука. Ну конечно, я же Драчеслав, блядь. Шу. А нет, мои братья. Русы, я отомщу вам, ящер, не покорить вам земли великих русов. Ага, удачи. Домой. Домой, нахуй. Сука, я... Зажим. Зажим, нахуй! Беру тебе. Не поможет. Да с хера ли не поможет. Воды, оба! Оба! На нахуй! А это что? Что это? Что это? Что это? Это новый прием какой-то? Сила Перуна. Во, охуенно, сила Перуна. Огонь мне не страшен, пацаны. Огонь не страшен. На нахуй! А этот побыстрее будет.
Мне вот этот больше нравится, пацаны. Отбиваем лагерь. Куда ты убегаешь? Куда? Куда ты? Куда он пошел? Я еще не закончил, я еще не все приемы испробовал. Алло, иди отсюда давай. Кажись, я обосрался. Ну конечно. Домой. Иди сюда, давай на. Давай! Давай на! Давайте сюда все. Сейчас будет вам прикол. Гойда! Гойда нахуй! Домой! Ха-ха! На-на! Объявляю общую гойду, нахуй! Бра! Что это было? Я вам сейчас с вертухи кабины снесу. От тебя, ребят, иди сюда, на! Общая гойда, нахуй! Резня! Резня, нахуй! А, от них не убежать вообще? Сейчас мы можем наблюдать за иродскими ящерами вне среды их обитания. Они забрели на землю русов, пытаясь вывести караван с награбленным в свои ящерские земли. Посмотрите, как этот здоровый ящер нервно дергает хвостом и выгибает спину. Покажем им новый прием русов. Славянский прострел сундука. Вы что, рано руку дали нахуй? Кажись, я обосрался. Пацаны, ну вы вообще не на тех напали. Опа. Опа. Готово. Еще три ящера, пацаны, еще три ящера, давайте. Идите сюда, сука, давай. Гойда! Гойда, сука! Мы победили. Проклятым ящерам зеленым дали отпор. Ха-ха! Разъебал. Выпьем воды байкальской, братья. За победу! Слава роду славянскому!